Итоги работы за год обсудили сегодня работники прокуратуры Чувашии. От достигнутых результатов формируются и задачи на будущее. Борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений работы прокуратуры. В прошлом году выявлено 319 таких преступлений. Это на 20% больше, чем в 2017. А в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства устранено более 45 тысяч нарушений. На 4 тысячи больше, чем за предыдущий год. Самая уязвимая сфера – социальная. Именно здесь чаще всего фиксируется ущемление прав граждан. Свыше 14 тысяч виновных лиц привлечены к административной дисциплинарной ответственности, тоже гораздо больше, чем в 2017 году. И по 200 материалам, направленным для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 37 УПК Российской Федерации, возбуждено 167 дел уголовных. Эффективность прокурорских представлений и других документов прокурорского реагирования возросла до 92%. Предоставление жилья детям-сиротам и восстановление их прав тоже в приоритете. Только по искам прокурорских работников более 50 молодых людей получили благоустроенное жилье. Эта цифра кому-то покажется маленькой, но действительно это, на наш взгляд, большое достижение. Кроме того, по инициативе прокуратуры, по тем требованиям, которые они выдвигали органы государственной власти, в 2019 году в бюджет Чувашской республики только на цели, связанные с приобретением дополнительного жилья лицам указанной категории, будет пополнен на сумму более 40 миллионов рублей. Благодаря прокуратуре удалось вернуть 185 миллионов рублей долгов по заработной плате работникам различных предприятий. В том числе погашены задолженности в организациях, которые скрывали их от официальной статистики. Таким образом, удалось восстановить права 6300 людей. Своевременная и полная оплата труда остается под контролем прокуратуры Чувашии. Под пристальным вниманием правоохранителей в этом году дорогостоящие покупки и имущество, приобретенные чиновниками. Законность доходов должна тщательно проверяться прокурорами, подчеркнул Василий Пословский.